paella, qu'est-ce que nous préparons aujourd'hui? Dites-nous tout. On va faire la rechta, c'est un plat traditionnel algérois. Encore une fois, comment ça s'appelle? La rechta. La rechta. Voilà, les Kabyles ne font pas la rechta, c'est les Algérois. Делаем сегодня традиционное блюдо, не кабильское, именно алжирское. Пока это представляется вот в таком пакетике, но Сарая нам сейчас откроет все секреты приготовления. Mais la vraie rechta, c'est avec le poulet. Avec le poulet. Avec la vraie rechta, c'est le poulet. Да, настоящее блюдо рechta готовится с курицей. Вот. Moi, j'ai mis de l'huile parce que j'ai pas du beurre arabe, mais normalement, on met du beurre arabe. Mm-hmm. Ça s'appelle le semen. Делается обычно с маслом, со сливочным каким-то особым, но вот Сарая кается, говорит, все, положила оливковое масло и спрашивает, существует вид этого масла сливочного у нас. Comment ça s'appelle encore une fois, Сарая? Le semen, ça existe chez vous? Semen, ça me dit rien du tout, я не знаю, есть ли в России semen. C'est du beurre... Deux oignons. Deux gros oignons, pas des petits, hein? Да, Сарая рекомендует не быть жадными и класть очень много лука. Она положила два огромных лука. Проверим, проконтролируем, действительно, да, вот. И сейчас, когда уже вторая луковица будет у нас нарезана маленькими кусочками, Сарая поставит все это на огонь. И как только... Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, on met sur le feu, au feu, Сарая? Et ensuite, à quel moment il faut ajouter le bouillon? Une fois que c'est bien revenu. Да, мы начнем сейчас вот это вот все поджаривать в кастрюльке, и как только у нас начнет лучок золотиться вместе с курочкой, можно будет добавить бульон и овощи. Du sel, oui. J'ai mis du sel, parce qu'il faut... Она положила du соль. Sel, comme ça, ça... Le l'oignon ne va pas se brûler. Ça va être un petit peu bien mélangé. Перемешиваем до того, как поставить на огонь. Сарая, дитну, ляски я дали паке садипат. Я спрашиваю, это вот это макарончики? Mais c'est avec, avec quoi finalement? C'est avec de la farine? C'est avec de la farine. Я пытаюсь открыть секрет приготовления вот этой вот рechta. Потому что очень похоже на макароны. Я хотела прийти просто закинуть в кипящую воду, но мне все запретили это делать, включая продавца. Ça, on le faisait, je peux le préparer à la maison, mais ça fait... Ça demande du temps. Ну да, дома тоже готовится, собственно, как спагетти можно приготовить дома, но на это уйдет очень много времени. Напоминает чем-то доширак. 90-е годы, сухой обед. Было вкусно. Ага, то есть как будто бы вычесываем. Советует разделять макарошки друг от друга и пытаться при этом не порвать их. Я смазала подсолнечным маслом руки. А, ну, он préparé кускус, он почти как кускус готовится. Pas tout à fait, le couscous, c'est pas comme ça. В общем, меня опустили, сказали, что я не права. Нечего выпендриваться тут, свои знания показывать алжирской кухне. Готовят блюдо, которым мы сейчас занимаемся, на традиционные праздники. Сарая, encore une fois, pour quelle fête on prépare? А, готовит на все мусульманские праздники. Сова ли пуле, Сарая? Курочка не готова. Alors, Сарая, qu'est-ce qu'on va mettre dans le poulet? On va mettre des courgettes, étant donné qu'il n'y a pas de navets. Да, пока готовится курочка, мы делаем, мы режем кабачки. Но кабачки, Сарая сказала, не совсем правильно, нужна репка. Ну, я попросила простить меня. И у нас encore des pois chiches, c'est ça, Сарая? У нас еще есть pois chiches, который мы достали из заморозки, и сейчас спокойненько разморозим. Настал тот момент, когда в курочку можно влить, сколько там получается, даже больше литра холодной воды, чтобы приготовить бульон. Покажем, что получается на заметку начинающей хозяйки. Так, это уже третий литр. Ça suffit 3 литров, Сарая? Спрашиваю, уверена ли она? Достаточно ли нам 3 литров? Tant que ça va faire, le poulet va cuire, les courgettes vont cuire, donc ça va s'évaporer encore. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Что мы достаем в тайне? Каннель. Из памяти выпало, как это называется по-русски. Сейчас вернется. А, черный перец. По букву c'est une cuillère, c'est ça? Одну чайную ложку. Добавляем pois chiches. У нас там загремучая смесь получается. Смесь не видно.
Дождемся, пока бульон закипит, после чего можно будет положить туда приготовленные кабачки. Ça y est, Soraya donne son feu vert pour les courgettes vertes, n'est-ce pas? Il ne faut pas les gratter, moi je ne gratte pas, c'est ça les vitamines. Она говорит, что никогда не очищает кабачки от кожицы. Там находятся витамины. И теперь мы на пару будем готовить вот эти вот макарошки. Представим себе такую ситуацию, что вдруг, ну вдруг, в среднестатистической российской семье не оказалось кускусницы. Как быть в этой ситуации? Мне кажется, можно будет использовать друшлаг. Ну и, конечно, с нами всегда наша любимая тряпочка, чтобы максимум пара шло не просто так куда-то там на кухню, а именно в блюдо. Видите, пар пошел? Все, Сурая сейчас берет и снимает кастрюльку с огня. On a vu la vapeur, donc c'est l'heure de mettre nos pâtes dans ce bassin. И Сурая déjà préparé de l'eau salée. Заранее Сурая подготовила соленую воду, которую, вот, как вы видите, поливают. А что? Сурая, encore une fois, j'arrive pas à retenir. Comment ça s'appelle? La rushta. La rushta. Да. Решта. Секрет от Сураи, как только вода начала проходить через дырки кускусницы, нужно, собственно, решта перевернуть, и, видимо, сейчас будем перемешивать. On va mélanger, Сурая, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir. Интересно, используешь глагол, сейчас говорит, откроем. Решта. Наверное, просто, да, вот так вот раздерем. Резать, говорит, не нужно ни в коем случае. Воды больше не осталось, да, все впиталось. Ça veut dire que c'est prêt et qu'on peut remettre? Что это значит? Это значит, что все можно брать и вновь ставить на кастрюльку. Алло? Сырая поставит на пар в третий раз. Voilà. Et quand je vais enlever, j'enlève en même temps les courgettes et le poulet, parce que ça sera cuit, parce que ça cuit vite les courgettes. И в следующий раз, когда она уже будет снимать с огня, она одновременно снимет овощи и курицу. Et après je remets encore pour la quatrième fois, et je remouille avec la sauce. Но если вы думали, что это конец, вы не правы. Она в четвертый раз поставит это на огонь, но уже, как я объясняла ранее, будет поливать не водичкой соленой, а соусом. И вот после четвертого раза, наконец-то, блюдо будет готово. Сурая, merci beaucoup. Très intéressant et ça va être très bon, je suis sûre.